деньги, я использую одинаковую схему. Для нее, по ней мы закрываем первым делом 8 средних петель. Вот если мы разделим вязание пополам, то от половины будет 4-4. Вот этих средних 8 петель мы закрываем для начала. Вот, провязали мы эти петли, закрываем 1 и вяжем до конца ряда. То есть вот здесь вот и здесь у нас должно быть одинаковое количество петель. Это мы разделили как бы на 2 плеча вязания. Изнаночный ряд вяжем без изменений. В лицевом ряду теперь мы вяжем отдельно полочки, и в лицевом ряду мы закрываем следующие 4 петли в начале ряда. Далее все убавления идут по 3 петли, то есть в начале каждого ряда по 3 петли. Убавляя по 3 петли, вы убавляете до того момента, когда вы уже видите, что вам достаточно. Видите, вот здесь у нас 8, то есть если разделить пополам, 4, 4, 3, 3, и далее пошло 3, 3, 3. Вот, смотрите, у меня это 3 раза, 1, 2, 3. У вас может быть и 10 раз, в зависимости от того, с какие нитки. Далее петли закрываю. Теперь я буду вязать вот эту вторую половину. Для этого, вот смотрите, где у нас первая закрытая петля. Я в нее продеваю нитку. Это нужно для того, что если вы сюда проденете нитку, привяжете, будет здесь дырка. А я продеваю именно в последнюю, для того, чтобы стянуть немного и чтобы не было вот этой дырочки. Закрываю 4 петли. 4. То есть наши закрывать петли мы будем теперь в изнаночном ряду, но дублируем, повторяем вот этот ряд и вяжем. Так, вот, закончила я вторую половину. Вот видите? Оно здесь нету такой большой дырки, как обычно. Вот так вот выглядит этот вырез горловины. Плавный такой переход в плечи. Нет никаких, нет никаких ступенек скачков. Вот такой вот плавненький вырез. Вот здесь вот у меня заготовочка. Смотрите, поменьше. Здесь у меня 2 раза по 3 петли. И я уже просто ее намочила и разложила. Вот так вот она выглядит. Да? Вот такой вот у нас простой способ запоминающийся, который вы можете использовать для любого изделия. Так, далее V-образный вырез горловины. Мы все изделие делим пополам, и вот она моя одна половина, вот она моя другая половина. Вязать будем по частям, соответственно, и в каждом лицевом ряду я буду делать вот такую вот процедуру. Я буду провязывать 2 петли вместе. Можно это делать через раз, в зависимости от того, какой вы хотите вырез. Если глубокий и с плавным как бы переходом, вы можете делать это через раз, через один лицевой ряд. Если вам маленький вырез нужен, делайте это в каждом лицевом ряду. Я вам потом подробнее объясню. Изнаночный ряд вяжем без изменений, и снова лицевой ряд, снова я начинаю с двух вместе. Я не делаю это после кромочной, потому что получается такое некрасивое потом искажение. Я это делаю всегда в начале ряда, девчонки, не знаю. Как по мне, это лучший вариант. Вот. И так далее я вяжу. Опять же, повторюсь, если хотите более глубокий, этот ряд пропустите, свяжите без убавлений, убавите в следующем ряду. Вот я закрыла столько, сколько мне нужно. Одну полочку. Да? Можем корректировать, вот если у нас, если сравним с спинкой, мы знаем, что нам сокращать уже мало, но в высоту как бы сокращать уже не надо, но в высоту нам не хватает, мы просто довязываем до нужной высоты ровненько, уже не убавляя эти петли. Сейчас я закрою эти оставшиеся мои петли. Так, далее вяжем вторую половину. Для этого мне нужно привязать нить. Так вот я отсюда ее, сюда ее продену. Не люблю я здесь узлов, девчонки. Вы, конечно, можете вязать, просто привязать здесь. Но я почему-то не люблю узлов и всегда делаю вот здесь вот именно на горловине. Не знаю, вот почему-то мне так лучше. Вы, соответственно, можете сделать обычный узелок. Здесь опять же мы будем убавлять на изнаночке, ну, соответственно,
Один раз я провязываю, закрепляю эту нить, а далее вяжу одной. Так, продолжаем вязание. В каждом изнаночном ряду я буду сокращение делать и опять же вязать до нужной высоты. Вот, мои хорошие, смотрите, вот такой вот у нас вырез V-образный. То, что я говорила, это такой. Если вам нужно вот такой вот более такой плавный, делайте в каждом через ряд, как бы лицевой ряд. Тогда он у вас будет глубже и плавнее этот переход. Вот я сейчас сравню со спинкой. То есть это такой неглубокий V-образный вырез у меня получился. Ну, если сокращать в каждом ряду. Получается неглубокий. Если вам нужен поглубже, вот так вот углубить его, вот таким вот образом, значит, вы делаете через ряд то, что я говорила. Следующий способ. Для него нам нужно закрыть средние 8 петель. Не обязательно 8. Все зависит от того, какой вы запах хотите. Сейчас я вяжу, вы поймете. В центре вязания я закрываю 8 петель. И вяжу раздельно каждую сторону. Довязала ряд до конца, изнаночный ряд вяжу. Так, вот видите, я вяжу эту половину. Закрывать петли я буду, скос буду делать через 3 ряда. Сейчас еще 2 ряда я вяжу ровно без изменений. Провязала я еще 2 ряда, теперь буду делать сокращение. В начале ряда провязываю 2 вместе, вяжу ряд до конца и изнаночный ряд, и еще 2 ряда без изменений. То есть в лицевом ряду делаю изменения через один раз, через один ряд. То есть сейчас я сделала, в следующем лицевом ряду не буду делать, потом снова так же. Вот смотрите, видите, мои все сокращения, я довязала одну половинку, теперь я все петли закрою и буду аналогично вязать вторую половинку. Плохо сейчас видно, сейчас я довяжу эту часть и разотюжу и вам покажу. Так, вот так вот выглядит этот вырез. Пользовать его можно для шалевого воротника с таким, когда его нужно перекладывать, для капюшона. Собственно, можно придумать какую-то обвязку крючком сюда интересную. Следующий способ — квадратный вырез горловины. Девчонки, спинку вяжем точно так же, как классическим нашим способом, и вперед. Считаем, сколько мы закрыли. Если вы вяжете сначала вперед, потом спинку, то вяжете горловину, закрываете сколько. А я, допустим, определяю по спинке, в данный момент определяю по спинке, у меня закрыто 28 петель. То есть мне нужно закрыть средние 28 петель. Вот, я закрыла средние петли, которые мне нужны. Теперь каждую сторону я ровно, без никаких убавлений, довязываю до нужной длины. То есть сначала эту полочку, потом эту. Это мы видели, это мы умеем, как довязать отдельно. То есть здесь не делаю никаких убавлений. Вот он, наш квадратный вырез. Соответственно, величину его вы можете корректировать, так как вам нужно будет. Это уже на ваше усмотрение. Самый простой из всех вырезов горловины. Следующая круглая горловина. Для нее мы будем закрывать средние 10 петель. Вяжем ряд до конца и изнаночный ряд вяжем без изменений. В лицевом ряду первым делом закрываем 4 петли. 4. Вяжем ряд до конца и изнаночный ряд. Теперь мы закрываем в следующем лицевом ряду, мы закрываем 3 петли. 3. Вяжем до конца ряда плюс изнаночный ряд. В следующем лицевом 2 петли закрываем. То есть вот смотрите, у нас 4 3 2 петли. Если у вас нитки совсем тонкие, я думаю, вы заметили закономерность, что закрываем мы, уменьшая, взяв определенное количество петель, уменьшая в каждом ряду лицевом одну петлю.
Если у вас большое количество петель, то есть много, допустим, 100 с чем-то петель набрано на детали, вам нужно закрыть больше на горловину, начинайте закрытие, как бы, где вы можете добавить петли. Вы можете добавить по центру, там, где я закрыла 10 петель. Сейчас я вам покажу центру, то есть здесь закрыть, допустим, 15 петель. И начинать вот эти скосы, допустим, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Да, то есть больше сделать. Вот такой, такие могут быть нюансы, 4, 3 нюансы. Теперь одна петля и снова одна петля. То есть здесь тоже в зависимости от того, визуально определяете, как бы я всегда пытаюсь подкорректировать визуально в зависимости от того, какие нитки, какие спицы. Вот видите, я делаю одну петлю, по одной петле два раза. И дальше я продолжаю вязать ровно до нужной высоты. Это приблизительно еще 5 сантиметров. И, соответственно, вторую половину полностью дублирую. То есть вяжу точно так же, как и эту половину. Так, мои хорошие, вот наш круглый вырез горловинки. Видите, еще раз повторюсь, что корректировать мы можем в центральной вот этой части и вот здесь вот по мере убавления. Но принцип остается тот же. Начинаем, допустим, с 4, как я, и убавляем по одной петле. Либо с 5 и убавляем по одной петле. Следующий вырез, овальный. Попытаюсь объяснить принцип расчета. У меня будет закрыто всего 30 петель. Из них я на центральную часть, чтобы закрыть, возьму 2 трети этого количества петель и 1 треть разделю на бока. То есть, если у меня 30 петель, я средних закрываю 2, это 2 трети всего количества, 20. Так, теперь вяжу ряд до конца и изнаночный без изменений. И теперь, пока я вяжу, я вам буду объяснять. Значит, оставшееся количество петель, которое нам нужно закрыть, и для этой горловины мы делим пополам. То есть 1/3, которая у меня осталась не закрыта, я делю пополам. Это 5 петель, то есть 10 петель мне еще нужно закрыть, я их делю пополам, это 5. То есть с каждой стороны мне нужно закрыть еще 5 петель, чтобы закрыть. Закрывать я буду в каждом лицевом ряду на этой половине, в каждом изнаночном ряду на противоположной половинке по одной петле в начале ряда, вернее, со стороны горловины, соответственно, таким вот образом, как мы уже закрывали, провязывая 2 петли, провязывая 2 петли вместе в начале ряда со стороны горловины. И так 5 раз. Далее до нужной величины вяжу ровно. Соответственно, вторую половину тоже закрываю 5 раз по одной петле и далее ровно. Вот так вот выглядит этот вырез. Он, по сути, и не овальный такой, я бы сказала, квадратный, заокругленный. Когда это все доработается, обвяжется, либо сделается воротник, оно уже будет выглядеть совершенно по-другому. И следующий наш способ с планкой. Вот заготовку я связала. Так, я закрываю средние 8 петель. У нас будет здесь отверстие под планку. Закрываю я средние 8 петель, 7 8, и теперь вяжу ровно вот эту вот часть вверх, ничего не убавляя. Вяжем деталь до нужной нам длины, видите. Теперь, девчонки, нам нужно просто сделать далее круглый вырез. Вот если я здесь закрывала 10 петель, вот этот центр, будем считать, что он у нас ушел на планку, как бы визуально вот так вот смотрим, потому что я закрыла 8 петель, по одной петле у меня ушло на кромочную. То есть сейчас я дублирую вот этот вот, вот эту часть. 1, 2, 3, 4. Все точно так же здесь, как и здесь. В следующем ряду это будет 3, потом 2, потом 1 и 1. Возможно, 2 или 3 раза. Это зависит от того, сколько вам нужно закрыть для горловины. Вот. Ну и, соответственно, вторую половину я буду вязать идентично. То есть сейчас я повторяю вот круглый как бы вырез, но только вот эту половинку. Потом вторую часть свяжу до вот этой вот высоты
и далее повторю эту часть. Вот такой вот, девчонки, последний наш вырез. Видите, глубину планки вы можете корректировать сами, и ширину точно так же вы можете закрыть, либо закрыть совсем мало петель, сделать узенькую планочку. Вы можете просто разделить на пополам и вставить туда, вшить молнию. То есть вариантов множество именно такого вида горловины. Как их варьировать, это уже зависит от вашей фантазии. Вот я собрала все мои вырезы, так сказать. Все, на этом, девчонки, все. Следующее видео я планирую сделать. Виды воротников. Вот такие вот у меня пока виды горловины. Далее будем разбираться постепенно. В планах у меня очень много видео таких познавательных, повторительных, потому что я по большому счету даже для себя снимаю. По большому счету я и для себя снимаю как шпаргалку. Поэтому я думаю, даже опытным рукодельницам такая шпаргалка никогда не помешает. Ну, на этом, девчонки, я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели видеть. И регланы там мне, девчонки, писали, регланы, по-моему, или виды рукавов. В общем, все я сделаю постепенно. Вот, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.